Член Совета Республики и Национального Сходу, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков сегодня наведал предприемство «Гомельбудматериалы» и уступил с его коллективом у открытый диалог, что обмерковывали на встрече. Про это наш наступный сюжет. Открытое акционерное товариство «Гомельбудматериалы» на сегодня один из наибуйнейших вытворцев будовничих выработок у нашей стране. Завод выпускает больше за 30 наименее у продукции, якая запотребованная не только у Беларуси, але и Украинах СНД и Евросоюза. С работой предприемства, его подразделениями и службами ознакомился член Совета Республики Национального Сходу, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков. Он прошелся по цехах заводу, доведался про перспективы предприемства и погутарил с коллективом. Людей ведь волнует то, что прежде всего сегодня характерно для этого времени. Ну, предположим, финансовая стабильность предприятия, заработная плата, социальное обслуживание, поддержка семей и так далее. То есть людей волнуют нормальные проблемы, которые волнуют каждого из нас. И ведь самая главная задача, чтобы эти проблемы решать. Чтобы такие встречи не проходили просто, знаете, в процессе пообщались и разошлись, а чтобы был какой-то конкретный результат. Встреча с коллективом предприемства прошла у формате открытого диалога. Социально-экономичное развитие страны, сферы эдукации, молодежная политика, подтримка материнства и дитинства. Спектр тем, закранутых на встрече, был широким. При этом задавать тон гуторцы могли и сами слухачи. Работая на предприятии более 5 лет, вот, пришел сегодня на эту встречу задать вопросы о том, какие появятся нововведения в образовании, может, что-то предложат новое, увиденное на форуме международном, молодежном. Я считаю, что нужны эти встречи, диалоги открытые для того, чтобы люди, у которых есть какие-то вопросы, они могли их задать и чтобы их услышали. Ганна Ковалева, Михаил Рябков, телерадиокомпания «Гомель».